Всем привет! Меня зовут Юля Руш, и вы смотрите программу «Сильная же». Сильная женщина и только актуальные жизненные ситуации. В этом выпуске мы начинаем подготовку к самому романтичному празднику года – к Дню всех влюбленных. Идею таких шоколадных бомбочек можно взять на подарок, а также их можно приготовить самостоятельно, и сегодня мы покажем как. Акварельная бумага, распечатанные фотографии. Всем привет! Меня зовут Роман, и сегодня я расскажу вам о чудесном, замечательном подарке для вашей девушки, мамы, бабушки или дочки, о плюшевом медведе. До встречи! Предлагаю начать совместного времяпрепровождения. Давайте я покажу, куда вы можете отправиться со своей второй половинкой. Парный сеанс – это прекрасное времяпрепровождение вдвоем. Вы можете прийти как с молодым человеком и устроить незабываемое свидание. Также можете прийти с подругой или с мамой и прекрасно провести время вдвоем. Может быть, предложить для вас стакан воды перед сеансом? Парные программы у нас есть разной продолжительности на 60 минут и на 90 минут. Парная программа TX1 включает в себя сеанс 60 минут, добавку двух эфирных масел, а также небольшое чаепитие после самого сеанса. Также вы можете выбрать для себя дополнительные спа-плюшки на выбор. Эфирные масла, тканевые маски, скрабирование, обертывание. Все, что вы пожелаете. Юлия, Данил, наш сеанс будет проходить в большой комнате. Проходите, пожалуйста. Классно. Красота, да? Вообще круто. Юля, Данил, на столике для вас есть питьевая чистая водичка и два стаканчика. Если вдруг захочется выпить воды до сеанса, после сеанса и даже во время сеанса, вы можете нас попросить об этом. Также есть мицеллярная водичка, палочки и ватные диски, если вдруг захочется протереть лицо после сеанса. Также в большой комнате есть душ, вы можете принять его как до, так и после, но тогда время сеанса сократится. Помимо этого, у нас есть парная программа TWIX-2. В нее входит сеанс 90 минут, плюс 2 тканевые масочки и 2 эфирных масла. Также после этой программы будет чаепитие. И еще у нас есть парная программа TWIX-3. В нее входит уже больше дополнительных спа-плюшек. Туда входит скрабирование, 2 тканевые маски и 2 эфирных масла. Также вы можете комбинировать, можете что-то добавлять, что-то убирать из наших основных программ. Данил, на этом наш сеанс закончен. Как вы себя чувствуете? Вообще кайф. Просто чистый кайф. Можете немножечко полежать, резко не вставайте. Сейчас администратор принесет вам чай. Вот это именно тот волшебный вечер, который вы можете подарить своей второй половинке. Сертификат в студию «Заботы о теле» станет отличным подарком. Но не стоит и забывать про проверенные временем варианты. Назовите мне 3 самые популярные идеи подарка для девушки. Конечно, это будут цветы, шоколад и плюшевые мишки. Плюшевые мишки – наши главные герои сюжета сегодня. Действительно ли мишки идеальный подарок для девушек любого возраста? Да, конечно, без ограничений по возрасту. Мишку можно подарить как маленькому ребенку, так же любимой девушке, маме, бабушке.
То есть здесь нет ограничений. Я думаю, любая девушка, мама, женщина будет рада такому подарку. Разнообразие мишек в магазине у вас просто невероятное. Как остановиться на чем-то одном? Будут ли какие-то советы по выбору? Да, конечно, есть определенные моменты при выборе. Ну, мишки, например, которые поменьше, очень подходят детям до 10 лет, так как им комфортно с ними играть, спать, обнимать. Мишки, которые побольше, например, там 2 метра, очень нравятся девушкам. И молодые люди пытаются удивить своих любимых. Сейчас в наше время актуальна не только внешняя оболочка игрушки, но и также важно качественное наполнение самой этой игрушки. При покупке мишки рекомендуем проверять все-таки наполнитель. Как это сделать? Да очень легко. Нужно просто максимально сильно пощупать мишку. Если вдруг наполнитель будет некачественный, то вы это легко ощутите своими руками. Если мишка наполнен качественным наполнителем, то на ощупь вы не почувствуете никаких инородных тел. Он будет очень приятный, мягкий на ощупь. При навивке медведя мы используем качественные наполнители, а в частности это Синтепух и Синтешар. Синтепух и Синтешар являются гипоаллергенными наполнителями. Также они плохо удерживают влагу, что позволяет стирать мишку в стиральной машинке. Также наполнитель отлично держит форму, что позволяет мишке долгое время оставаться в первозданном виде. Также здесь в магазине на Ломоносова 2 ухаживают за всеми мишками, помимо того, что набивают их качественным наполнителем. Смотрите, как их расчесывают и заботятся о их внешнем состоянии, о чистоте и о красоте. Шкура плюшевого мишки требует определенного ухода перед продажей, так как к нам от производителя она поступает в слежном виде и с неаккуратными швами. Для этого как раз мы и расчесываем их, чтобы придать мишке максимально приятный, опрятный вид, чтобы человек захотел получить такого мишку и получить от него максимально положительные эмоции. На плюшевого мишку всегда можно положиться, а если он большой, то еще и целиком. Также такой плюшевый друг может придать вашей девушке чувство спокойствия и защищенности. И таким образом она всегда будет чувствовать вашу поддержку рядом. А также ваша девушка, ваша мама или ваша дочка сможет сделать прекрасные фотокарточки для социальных сетей. Но кто их сейчас не ведет? В нашем магазине всегда более 100 мишек в наличии. Разных размеров, расцветок, моделей. Высокого качества по самым доступным ценам для каждого покупателя. А возможно, вы тот самый человек, который любит дарить то, что сделано своими собственными руками. Поэтому наш следующий мастер-класс будет актуален для вас. Всем привет! Мы находимся сейчас в творческой студии «Время шить». И сегодня я вам покажу, как нам сделать вот такую красивую коробочку, мини-альбом, подарок своему любимому или близкому человеку. Для создания такого мини-альбома нам потребуется красный плотный картон, акварельная бумага и распечатанные фотографии. Можно еще дополнительно распечатать какие-то мотивирующие надписи. А также декоративная тесьма, ножницы, линейка, ластик, карандаш, палочка, клей и разнообразный декор. Мы начнем с изготовления коробочки. Мы берем красный картон, линейку, карандаш и будем отмерять 2 квадрата. Один размером 14,2 сантиметра. И второй квадрат размером 18 на 18 сантиметров. И аккуратно вырезаем их ножницами. Отмечаем на большом квадрате с одного края
4 сантиметра и с другого 4 сантиметра. Теперь на других сторонах квадрата также отмечаем метки по 4 сантиметра. Теперь на втором квадрате отмечаем метки уже по 2 сантиметра. Берем палочку для сгибов, по линейке проводим линию. Теперь разрезаем по линиям. Для того, чтобы клапаны были аккуратные для приклеивания, мы срезаем уголочки. Сгибаем по линиям, которые мы провели. Также по примеру первого квадрата мы проводим сгибы и отрезаем клапаны для приклеивания. Приступаем к склеиванию нашей коробочки. Для того, чтобы не пачкаться клеем, мы будем использовать двусторонний скотч. Надеваем крышку на коробку. Все подходит. Коробочка готова. Приступаем к изготовлению внутренней части альбома, на которой у нас как раз будут находиться наши фотографии. И отрезаем эти две полоски. Также палочкой для сгибов по этим линиям мы проводим, по которой будем сгибать. И по сгибам забираем вот такую гармошку. Вот у нас получается такая длинная гармошка. Далее мы приступаем к приклеиванию фотографии. Используем пустое пространство для готовых надписей или оставим для пожеланий, которые вы напишете уже сами. Берем наши красивые наклейки и размещаем, как нам нравится, как нам хочется. Коробочку мы украшаем лентами с сердечками. Украшаем верх нашей коробочки сердечко. Теперь переходим к сборке нашего альбома. Для этого мы вклеиваем первую фотографию внутрь коробочки, а последнюю фотографию внутрь крышечки. И сейчас мы его складываем внутрь, вкладываем все фотографии и аккуратно закрываем. Наша коробочка готова, и она станет отличным подарком для близкого и любимого человека. И на десерт нашей программы мы оставили кое-что особенное и очень шоколадное. Чем можно удивить сладкоежку? Вариантов остается совсем немного. Мы все знаем о шоколадках, о шоколадных конфетах, но как насчет шоколадных бомбочек? Сегодня рядом со мной находится кондитер Евгения, которая нам все расскажет об этом сладком удовольствии. Шоколадная бомбочка пришла к вам совсем недавно. Это один из видов напитка. Рецепт достаточно простой. Сегодня мы его как раз-таки изготовим. Нам потребуется шоколад, какао и, собственно, формочки. То есть шоколадная бомбочка – это такой продукт, который вы можете положить, например, в горячее молоко. Она растворится, раскроется, и из нее выйдет маршмеллоу. Шоколад, я его заранее уже затемперировала. Что такое темперирование? Это чтобы шоколад у вас не таял в естественной среде. Можем заливать наши формочки. Угу, пока все просто. Я буду делать, а вы повторяйте за мной. Для этого мы берем наши половинки и заливаем шоколадом. Поворачиваем по сторонам, обливаем каждую из сторон. И лишний шоколад мы будем сливать. Просто вот так вот сливается. Потому что нам нужна пустая форма, да, как я понимаю? Для удобства, чтобы все стороны были у нас в шоколаде,
можно воспользоваться кисточкой. Сейчас мы сделали первый слой шоколада, его мы отнесем в морозилку для застывания, и после будет второй этап для того, чтобы было легче извлечь их из формочки. И придется подождать 15 минут. Сейчас мы наносим второй слой для укрепления стенок. Мы с помощью кисточки укрепляем стенки, для того, чтобы извлекать из формочки, их было намного удобнее. Второй слой у нас застынет моментально, там буквально 2-3 минутки. А для этого можно взять обычную шоколадку и растопить, и залить формочку? Магазин шоколад не предназначен для переплавления, так как он не темперированный и он не держит форму. То есть не прокатит? Не прокатит. Я тоже потихоньку учусь кондитерскому делу, поэтому, если вас заинтересовало, вы можете попробовать дома сами, либо обратиться к Евгении. После того, как мы укрепили стенки, мы снова убираем формочки в морозилку, чтобы они еще подстыли. Как правильно употреблять эти бомбочки? Для того, чтобы раскрыть весь вкус шоколадных бомбочек, нам потребуется горячее молоко, которое мы разогреваем до 60 градусов, но ни в коем случае не кипятим. Мы просто берем шоколадную бомбочку, любимую кружку и заливаем горячим молоком. Ждем буквально минуточку и наслаждаемся вкусом. Можно сказать, что это детское лакомство или это все-таки для всех? Ну, для второй половинки, например. А данный напиток зашел не только детям, но и взрослому поколению, так как виды шоколада здесь используются белый, клубничный и молочный шоколад. А какие формы бывают и что можно положить вовнутрь, кроме маршмеллоу? Самые популярные формы – это сфера и сердце. Но фантазия у всех бывает разная. Это можно использовать любые формы, которые используются для льда, но крупного размера. Внутри бомбочек можно положить обычно какао. В начинку можно использовать маршмеллоу или орео. Орео очень прекрасно сочетается с горьким шоколадом. Сейчас мы достали формочки из морозилки и наполняем его какао и маршмеллоу. После мы закрываем второй частью. Для скрепления двух половинок мы их прогреваем на любой горячей поверхности. Готовые сердечки, закрытые, мы отправили опять же в холодильник, чтобы они немного подстыли и лучше скрепились. Сейчас мы будем украшать наши сердечки. Для этого нам потребуется шоколад и любые украшения. Будем делать узоры. Любым способом. Давите сильнее. То есть у нас получилась такая красота и достаточно быстро, благодаря, да, помощи Жени. Вы можете приготовить это вместе со второй половинкой. Вы можете обратиться к Евгении, опять же, подарить это, кому-то заказать. И будет очень замечательно. Приятного аппетита! Сердечки, просто восторг! Целых 4 идеи романтичных подарков мы вам подсказали. Запоминайте и пользуйтесь. Все выпуски нашей программы «Сильная Ж» можно найти в группе «Девятка ТВ» ВКонтакте. Очень удобно перейти по QR-коду.